Новый год, мытье полов. Ты научила. Одной рукой. Это ты с табуреточкой залезала. Хотела снять, как вы конфеты кушаете, а вы ничего не кушаете. Высыпь красиво, как вы хотели высыпать. За детей испугались высыпать. Закройтесь, да поешьте. Ну, высыпь. Вот, оторвитесь, только не лопните, деточки. Тебя как, можно снимать? Да, сниму. Они же реально подумают, что мой друг тоже не болит. Не подумают. Успокойтесь, деточки. Амин даже не понял, о чем ты. Закройтесь изнутри, а то они у вас съедят сейчас все. Ну что? Та-да-дам, я иду на урок. Всем привет. Надеюсь, что у вас все хорошо. Потому что у меня не очень... А если у нас все не очень хорошо, то мы что делаем? Правильно, мы широко улыбаемся. Потому что больше... Тут у меня колпачок для настроения. Больше ничего не остается делать. У вас хорошее настроение? Нет, я не пьяная. Я на грани нервного срыва. А я не пью, кстати, если вы не знаете. Надо мной шарики. Новый год очень бурно начался, но не все так плохо. Сначала я вам расскажу о хорошем. Когда мы ездили в гости, Вика увидела кошку около лифта, и у нее было много положительных эмоций. Она была очень рада. Мы потеряли варежку, но мы ее нашли. Когда мы вышли из машины, Вика была в двух варежках. Мы сели в лифт, сняли варежки, покатались по этажам в поисках нужного номера этажа. Забыли. И когда мы попали в гости, в варежке то ли не было, то ли была, мы не знали. Но когда мы сели обратно в лифт, через несколько часов покатались по всем этажам, варежку мы не нашли, нашли этаж с кошкой. Опять же, было много радости. И когда мы сели уже в лифт, отчаявшись, там оказалась варежка в самом уголочке. Это было последнее хорошее в прошлом году. Дальше началось 31 декабря, и я резала салаты. Ничего особенного, один маленький, даже не тазик, это просто салатник оливье. Малюсенький салатик из свеклы и малюсенький салатик из сыра с апельсином. Сейчас наверняка сядет трубка в довершение ко всему, я уверена. А пока я продолжаю. Я резала салаты. Тёма очень болел, я за ним ухаживала. Дети кричали. И как-то по моему идеальному плану они должны были помогать мне с оливье. Но по их идеальному плану нужно было разнести квартиру. Поэтому мое внимание было несколько рассредоточено. В 8 вечера у меня закружилась голова от голода и духоты. Я забыла приоткрыть окно и покушать. Мы покушали. И в следующий раз я покушала почти в 2 часа ночи, когда дети уснули. Я забыла покушать. Во время новогоднего застолья я съела пару ложек оливье. Невозможно было кушать, потому что дети реально стояли на ушах. Вика не ложилась на тихий час, поэтому к бою курантов она ревела
по любому поводу, без перерыва и очень громко. Фотку я где-то вам вставила, там, где новогодняя ночь. Одна маленькая фотка. Фотографии молчат. Никогда не верьте фотографиям. Я вам могу множество фотографий показать, где я широко улыбаюсь. Я сейчас могу широко улыбаться. Так вот, 1 января произошло страшное. У меня отнялась правая рука. А учитывая, что у меня ревматоидный артрит, что такое отнялась, вы все равно не поймете. Просто возьмите свою правую руку. Вот она. Спрячьте ее за спину и походите с ней так весь день. Где-то часов до 4 дня. Ревматоидный артрит – это такая фигня, которая проявляется по утрам. Но утро затянулось 1 января, как и у всех, у большинства. А в отличие от остальных дней, рука болела не только при движении, но и в покое. Она болела так, что если 10 баллов считать болевым шоком, а 9 баллов родами, то она где-то болела на 8-9. Рука рожала все 1 января. Я не могла кормить детей, готовить и так далее. Данечка за нами ухаживал. К вечеру все прошло, как и всегда, по вечерам. Кстати, если вы мои знакомые, вы видите меня днем, вы никогда не поверите, что со мной что-то не так. Потому как днем ревматоидный артрит практически не проявляется, и все прекрасно. Вы видите, да? У меня одна сережка, но об этом позже. Это вообще все надо как-то пережить. 1 января я была трупом, мы не вышли гулять, я не могла нормально функционировать. Тёма подарил мне теплые варежки, и я в них держала руку чисто интуитивно и помогла. Так вот, потом наступило 2 января, это сегодня, и рука точно так же сильно болела, но немного раньше прекратила болеть. Горячий теплый душ помогает. И движение, если держать без движения, а бог с ней с этой рукой. Знаете, почему наступает отчаяние? Потому что даже если я стала работать и могу с этими больными руками и ногами прекрасно проводить безумное количество уроков, и даже больше, чем сейчас, и даже в 2 раза больше могу заработать много денег, то на кой хрен эти деньги, если я не могу отрезать колбасу? И Тёма тоже не может отрезать колбасу. И Даня, и Вика, они тоже не могут отрезать эту крутую, дорогую колбасу. Мы сейчас кушаем нарезку. Мы не могли открыть вчера сок. Ни я, ни Тёма. Я вчера не чистила зубы и не причесывалась где-то до 6 вечера. И во вчерашнем видео меня нет. Я всегда люблю себя показывать, поэтому если в видео меня нет, значит что-то не так. Я была в отчаянии, и я не поздравляла никого с Новым годом, потому что, извините, я перестала улыбаться. Значит, я ушла в себя. Так, стоп, вылезаем обратно. Так вот, слышать нытьё никто не хочет, поэтому я никого не поздравляла. Я сейчас взяла себе после всего, что сегодня случилось, еще вам не рассказала, шпаргалку написать. Ну что вы думаете? Конечно, ручка не писала. Было бы странно, если бы она писала. Это просто такой Новый год. Кошка, варежка, розы. Я забыла снять розы. Я реально на эту тему запарилась и сильно расстроилась. Потому что розы, которые мы подарили, были очень красивые. Но что мне теперь, идти в магазин фотографировать? Я их не сняла. Я здесь сильно расстроилась. Тёма болеет. Сделала салат. Рука. Дети орут. Я уже сказала, что дети орут. Вот и сегодняшний день настал. Уроки. По плану должно было быть 2 урока. 30 минут и 60. 30-минутный урок должен был быть дистанционно. И когда настало его время, мама ученицы позвонила мне и попросила перенести его на 7 вечера. На что я сказала, что 7 вечера уже занято время другим уроком. Тогда она попросилась на 6. Я сказала, хорошо. Пошел к девушке. Супер, спасибо. Это пугает тебя, это сзади. Я хочу мокрым быть. Что-то брызгалка маленькая. Смотри, стоп. Я понял, слушай, я понял. Подожди. А хочешь, чтобы тут было муза? Не, не надо, слушай, не надо. Это уже хватит. Сейчас она будет.
нет. Ой, это лучше не надо, думаю. Да. Это что? Ты зря отцепил, потому что там будет много воды еще. Ой. Ну, в общем, за 30 минут они облили всю квартиру. Капец. А могут убираться было долго очень, да? Приктовай! Не шлёпай! А ты знаешь, что дядя Амин на борьбу ходит, а, Даня? Ты знаешь, что дядя Амин на борьбу ходит? Сейчас он как сдачи даст вам? Это пищит там что-то. Будешь снимать видео для взрослых? Да, это видео для взрослых, Тёма. Плохое видео, что ли? Почему она не меняет тебе? С ней что-то надо сделать, чтобы она цвет поменяла. Ей просто надо. Вот так. Спокойный песик и нервная кошка. Давайте. Давай. Вы видите, у нас не скучно. Ой, развеялась чуть-чуть. Продолжаю мысль. Взбодрил нас Амин и крики детские. Вы пишете, что у нас не скучно. У нас реально очень не скучно. Очень шумно было сейчас. Продолжаю мысль. Так вот, сегодня должны были быть два урока. Один урок в 15. Его попросили перенести на 19 часов. Я сказала, что я не могу, потому как у меня занято 19 время. Урок уже назначен. Очень просили тоже в 19, после всех гулянок. Договариваемся на 18. Без 10:18 мама ученицы пишет, что очень хорошие гости, очень здорово играют, и так не хочется отвлекать, и так редко видят детей. Можно, пожалуйста, на другой день перенесем. Если бы в 19, они бы типа могли, но неизвестно. Окей, урок пропал. Следующий урок в 19. Собираюсь, пишу, без 10, вы уже все поняли, да? Так и есть, вы правильно поняли. Без 10:19 пишу, готовы ли они не отвечают. Я выхожу, думаю, ну проветрюсь. Одеваю сережки. Я причесываюсь, мне это было очень непросто. Крашусь, я сейчас немножко накрашена, буквально брови и румяна. И иду, звоню в домофон, нет ответа. Звоню по телефону, нет ответа. Жду 10 минут на морозе в летних кроссовках, потому что зимние трудно надеть, потому что это в соседнем подъезде. Нет ответа, мерзну. Понимаю, что что-то тут не так. Трогаю рукой ухо, нет сережки. Два урока пропало, сережка потеряна. Иду искать сережку, обыскала подъезд, обыскала лифт, ходила наверх домой. Тёма и Амин говорят, что такое, почему вы дома? Дети говорят, что больше нельзя смотреть мультики. Короче, мне все не рады. И я иду обратно в магазин прогуляться. На всякий случай прохожусь еще раз и ищу по тому же маршруту свою сережку. Путь очень короткий, буквально 20 метров. Сережки нет. Думаю, ладно, поболтаю с подружкой, коли я вышла из дома и у меня тихо. Достаю телефон, он сел. Ладно, куплю бананы. Захожу в Дикси. Бананов нет. Бананов нет, девочки. 2 января нет бананов в магазине. Я покупаю лимон. Что-то я уже не помню, что я должна вам дальше рассказать. Бананов нет, поговорить не получилось. Сережка. Поговорить по телефону, да. Это все новости. Ой, ну вы видите, тут в депрессию не впадешь. Дети это прыгают все время. Не судьба мне в депрессию впасть. Ко всему тому мне пишут разные мужчины. Мужа-ненавистники, или я бы сказала, Марселя-ненавистники, которые пишут мне все, что угодно. От разного рода предложений до другого рода предложений. Вообще, что мне только не предлагают. Пишут мне ВКонтакте, в WhatsApp, в Телеграме. В Ютубе, кстати, не пишут. В Ютубе иногда пишут «I love you», но это так, залетные. Короче, Новый год очень наполнен событиями.
Скорей бы мои 5 уроков в день, скорее бы отдохнуть. На этом я заканчиваю. Всех люблю, всех целую. Я подумываю снять розыгрыш все-таки. Ну, плохое слово розыгрыш. Как называется? Подарочек. Конкурс. Вот, конкурс. Я уже сегодня проверяла программу, вспомнила, как она работает. Ой. Все, девчонки, я вам пожаловалась, мне полегчало. И порадовало, что у меня теперь есть нарезанная колбаса. Это реально очень круто. Мальчишки, тоже пока не пишите мне ничего плохого, ладно? А, я забываю эту фразу говорить все время. Пожалуйста, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Пожалуйста, ставьте лайки, вам не доставляет это никакого труда, а для продвижения моего видео это очень важно. И не забывайте писать комментарии, это тоже важно для продвижения моего видео. Ну вот, я пожаловалась, мне уже легче. Пока-пока. Надо уложить детей. Уже времени 8:30. Всех люблю, всех целую. А маму моей ученицы я решила наказать. Но я очень добрая, не знаю, получится или нет. Введу ей предоплату на январь. Вот, пускай мучается. А как вы считаете, надо наказать или нет?